женщина, да, да. Когда так этот набрал такой популярность? Фотографии на память, девки, хватит меня спамить, я ценю ваше внимание. Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль, это канал Хижина Музыканта, и сегодня у нас в гостях пианист Раим Триггер. А где твоя пианино? Я его забыл дома, но сегодня у меня шикарный инструмент с собой, смотри. Офигеть, мелодика называется. Да, этот инструмент называется мелодика, и на нем можно сыграть вот такой звук. Такого еще не было, ребята. Сейчас будем подходить к людям и исполнять любую песню, которую нам назовут. Пикап с гитарой или гитарист поет любую песню. А людям понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за новыми видосами. Погнали. Снимем вместе видосик. Парни, можно вас отвлечь на 5 секунд? YouTube канал. Ну давай. Сейчас подойдем вот еще. Девчонки, можно вас на 5 секунд отвлечь? Девчонки. Глухие? Немножко. Ну, бывает. Красивые у тебя отшили, Рэй. Точнее, я их отшил. Проиграли? Денег требуем, просто назовите любимого артиста, попробуем спеть. Остановите, пожалуйста. 30 секунд, быстренько. Ничего! Сейчас сложного-то. Девчонки, привет. 30 секунд можно отвлечь? Денег не требуем, просто назовите любимого артиста, мы споем. Моргенштерн. Что, реально? Ты угораешь? Давайте Зиверт. Давай. Нельзя. Ладно, давайте. Давай. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Да? Понравилось прям? Правда. Попали. Спасибо вам. Спасибо. Канал Хижина Музыканта. Хорошо? Заглядывайте на Ютубе. Ладно, удачи вам, удачи. Пока, спасибо. Кстати, спонсор сегодняшнего выпуска — игра Raid Shadow Legends. Я люблю проходить миссии, поэтому сейчас поиграем в режиме кампании и насладимся сюжетной линией. Третья раса, созданная во времена создания, в основном держалась обособленно на протяжении всей истории. Эти ребята выглядят действительно круто. Фракция отличается большим разнообразием и деталями дизайна. Есть зловещие дворфы, дворяне, колдуны. Это фактически целое общество. В рейде постоянно проходят обновления, и этот месяц не исключение. Рейд выпустил новое огромное обновление Роковой башни, в котором тебе предстоит сразиться сразу с двумя огромными боссами. Это темная фея Астраникс и Бамалом Чудовищный. А также тебе предстоит открыть новые секретные комнаты и, что самое главное, заполучить новые артефакты. Ребята, каждый ваш переход по моим ссылкам помогает развитию моего канала, поэтому не поленитесь, просто скачайте игру по ссылочке в описании. За это вы получите бонусы: один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чонуру в качестве бонуса. Удачи в игре. Парни, Миша. Йоу. Девчонки, отвлеку на 5 секунд, денег не прошу. Любимого артиста называйте. Мы поем, если давайте сможем. Джонни. Давайте. Давай. Точно? Ну, а как вы хотите, я все слушаю. Прям все. Вот эту знаешь, которая называется «Ты пари». Да. Давай. Я петь не могу. Ну, тогда подтанцовка по-любому. Вот это. С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облака не ты взлетай там вдали. Горят и ты сияй, говори до зари, слов мне о любви читай. И пари, ты мой счастливый рай. Класс. Понравилось? Крутые, да, спасибо. Обменяемся контактом? Инстаграм? Конечно, давай. Я вас поспешусь. Опа. Обязательно. Давай. Засмущалась просто, да? Да, я просто она очень стеснительная. Вот не зря такая подруга есть. Да. Алена, да? Да. Все круто. Давайте еще попоем. Давай.
Девушки, можно вас отвлечь на 5 секунд? Денег не прошу, у меня канал. Вот, вы называете любимого артиста, мы попробуем спеть. Давайте, попадете. Вы классно. Держи, что ли, который? Давай. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получи. Держи, держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи, Спасибо вам за участие. Хорошего дня. Давайте. Где вас смотреть? Хижина музыкант на Ютубе канал. Абсолютный слух, ребят. Он подсказал мне аккорды, не заходя в сайты. Круто иметь такой слух. Будешь подсказывать мне аккорды. У меня такой помощник давно нужен. Все, пошли подыгрывать. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. Привет! 30 секунд, денег не требуем. Короче, вам нужно назвать любимого артиста, мы споем. Ну, попробуем, по крайней мере. Земфира. У нее сегодня день рождения. Да, да. Земфиру поем тогда, давайте. Давайте. Какой план? У нее сегодня день рождения, по-моему. Да. Вот она же говорит. Праздник, давай. Да. Вот это. Я тоже хотела это видео. Искала тебя ночами темными, искала тебя дворами темными, ждала в кино. Среди друзей день, когда нашла, с ума сошла ты. Совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя, была щиты. Совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя, была щиты. Класс! Ищите себя на канале Хижина Музыкант, хорошо? Пока-пока! Подписывайтесь на канал Раиля, здесь говорят правду. С вами можешь что-нибудь снять, кусочек? Мы, короче, поем песню, которую вы называете... Я знаю. Кого слушаете из артистов? О, нихера себе! Пошлую Молли. Пошлую Молли? Ну, я одну знаю. Давай. Споем ее, что ли? В горле ком, объяснюсь потом. Я очень рад, что ты раздеваешься. Потому, что ты одеваешься в хер пойми. Соло. Норм, норм. Все, красавчики. Спасибо. Пока. Блин, вот этот человек был на Тургайаке. Приходил на наш концерт с Ромой. Пора и сняться тебе. Давай, споем вместе. Что споем? Не знаю, кого слушаем. Не влюбляйся. Не влюбляйся, заказывай. Давай. Погнали. Чисто привет? Да. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Еще раз продолжай.
снова плачешь, не твоя вина. Это три музыканта офигенно сыграли, спели. Да, стоп. Ты что тут делаешь-то? Я переехал. Все, мы снимали ее вначале, она говорила про парня, который приедет из Тургайка, и вот он приехал за выпуск, к концу выпуска вообще. Как это называется? Челябинск? Ой, да, в Тургаяке. Да. С Джейк Мидом. Да. Снимали мы тоже скоро приедем. Вот так. Давай. Давай, какую песню хочешь? Блин, я не знаю, а какую вы слушаете? Ну, блин, у нас столько песен, что мы уже... Свои авторские мы слушаем. Да, кстати. Хочешь что-нибудь свое? Давай. Давай. Ну... Нам по 17, и все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет. Забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись одни. Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Будете слушать? Очень красиво, конечно. 1 сентября ищите, прям пишите, где моя юность. Да, друзья, состоялась долгожданная премьера трека «Где моя юность». Прослушать можете абсолютно на любой из музыкальных площадок. Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Или по ссылочке в описании. Сделайте это несколько раз, добавьте к себе, этим вы очень сильно поможете продвижению моего творчества. Ну а сейчас погнали дальше смотреть. Друзья, оцените его песню от 1 до 10 в комментариях. Да, хорошая вещь, молодец. Конечно, здесь. Неужели? Я думал, опять и здесь подвох сейчас будет какой-то. О, привет, девчонки. Денег не требуем, вообще 30 секунд просто любимого артиста. Давай. Или кого? Нет, нет, ты. Кого слушаете просто? А из ЗБ? Не, русских. Сейчас. Мы так себе слушаем. А, не меломан? Мы слушаем то, что, скорее всего, вы не играете. Ну, попробуйте перечислить весь список. Ладно, а что-нибудь из ЗБ? Из ЗБ-2, давай. Давай. То, что было. Давай. Давайте. Откроется потом морок оно. Это не цель и даже не средство, не новое, а заново один и об одном. Дорога мой дом, и для любви это не место. Ну, реакция прикольная. Вы удивились? Да. Ребят, привет. Или артиста. Или артиста. Если так проще. Градусы там. Градусы. Голые, что ли? Или, давай, или давай. Режиссер? Режиссер. Я сценарист, с ним я режиссер. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Е, кайф. Нам даже еще один.
еще раз здорово. Вчера виделись. А, да? Ничего себе. Спасибо, ребята. Да. Класс. Ребят, мы старались поднять вам настроение, скрасить ваш вечер. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно напишите в комментариях, какая реакция, какая песня вам зашла больше всего. Не забывайте подписываться на инстаграм Раима. Он тоже пишет песни, музыкант. Буду всем рад. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про то, что Раим снимает очень часто для вас такие видосы. И комментируйте его и слушайте его песни. Скоро, кстати, будет новый альбом. Максимально поддержите данное видео, и мы снимем еще что-нибудь новое, пока не похолодало. Всем пока. Всем пока.